17 сентября во Французско-Азербайджанском университете состоялась презентация изданной на французском языке книги первого вице-президента СОКАР академика Хошбахта Юсифзаде «Годы и вехи моей жизни». На церемонии презентации директор компании «Тотал» по стране Денис Ле Маршал, ректор Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности профессор Мустафа Бабанлы, вице-президент СОКАР по стратегическому развитию Тофик Гахраманов, президент Национальной академии наук Азербайджана академик Акиф Ализаде и советник первого вице-президента СОКАР Алекпер Аббасов рассказали о жизни и деятельности известного азербайджанского инженера-геолога академика Хошбахта Юсифзаде, отметили, что книга издана на высоком полиграфическом уровне. Севда Джафарова, Вусал Тагиев, Гумбат Мамедов, Азертач.